Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хотел бы поговорить и быть однозначным вот по какому вопросу. На своих экранах вы видите страшную картинку, даже не одну, а целых три. И я хочу поговорить о гемифренной шизофрении. Любой пирсинг, любое тату, любое там накачивание губ, губы уточкой так называемое, это все является симптомами гемифренной шизофрении, или проще говоря, гемифрении. И это без исключений. Если мы видим прокалывание носа, тату, накачивание губ, еще каких-то извращений, это все гемифрения под точкой. Никаких других вариантов развития событий быть не может. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!